Такого шоу вы еще не видели. В воскресенье оркестр Андрея Черного представит свою обновленную программу «Voice of the Symphorock». Как идет подготовка к концерту и что ждет одесситов? На сей раз смотрите в сюжете Юлии Федоровой. Рабочий процесс в самом разгаре. Артисты «Voice of the Symphorock» в последний раз репетируют перед выходом на сцену. Большой симфонический оркестр, хор, рок-группа и вокалисты. Концерт будет отличаться от всех предыдущих. Мы готовим декорации в стиле стимпанка, мы готовим одежду в стиле стимпанка, мы готовим движение в стиле стимпанка. На этот раз зрителя ждет не только виртуозная игра музыкантов, выступления профессиональных вокалистов, но и шоу, выдержанное в едином стиле. Стимпанк – это Англия начала прошлого столетия. Стимпанк – это однозначно явно выраженная мелодия, очень такая холодная, минорная тональность. Оркестр существует 10 лет. За это время состав неоднократно менялся. Обработки к большинству произведений Андрей Черный пишет сам. Репетиции в самом разгаре. До концерта осталось 3 дня. На сцене 50 музыкантов и исполнителей. Это будет совершенно новая подача композиций всемирно известных рок-групп. Мы хотим, чтобы зритель ушел вот одухотворенный такой масштабностью, мощью, потому что уже симфорок, он так себя зарекомендовал как монументальное действие, монументальный проект, где и большой симфонический оркестр, и хор, и рок-группы, и вокалисты, и теперь еще театрализованное действие с танцорами. Концерт «Voice of the Symphorock» состоится в Большом зале филармонии уже в это воскресенье, 28 мая в 19:00. Юлия Федорова, Евгений Руденко, 7 канал.